У Санты перед Рождеством очень много дел. Нужно прочитать все письма от детишек. А это письмо от девочки Лори. Просит, чтобы у нее появились родители. Нельзя бросать ребенка в беде. Семья, мы должны забрать к себе Лори. Ах, вот оно что! Это Клаусы пришли в гости к Лори. Будешь нашей дочкой? О, да, я согласна. Теперь каждый день будет как Рождество. Пора отправляться домой, как обычно, через камин. Ну что, Клаусы, полетели? Теперь у Лори есть настоящая семья и даже собственная комната. Ой, а что, уже пора вставать? Доброе утро, Лори! А у нас тут семейная зарядка. Это так бодрит, присоединяйся. С удовольствием. Клаусы даже зубы чистят синхронно. Но у меня нет зубной пасты. Не волнуйся, сейчас исправим. Ой, мамочки, разморозьте меня немедленно. Клаусы, идеальная семья. Даже завтрак и тот в унисон. Как у них это получается? Увы, но Лори за ними не угнаться. Ты поела, Лори? А теперь самое интересное. Наша семейная кричалка. Тебе обязательно понравится. Семья Санты! Упс, ничего. Впереди еще много попыток. У Клаусов особые методы воспитания. Пора передать Лори семейные знания. И операция «Подарки под елку» начинается прямо сейчас. Иди медленно, не торопись. Вот только шуметь не надо. Договорились? Давай, Лори. У тебя все получится. А вот и камин. Дети не простят, если в носках не будет сладостей. Почти бесподобно. Ты умница. А теперь продвигайся к елке. Ура! Подарки уже на месте. Берегись, если увидишь ребенка. Вроде все просто. Но тут у нас небольшая рождественская авария. Ничего, Лори, с кем не бывает. Ты молодец. Попробуем еще разок. Санта – мастер на все руки. На Рождество детишки заказали целую гору подарков. Вау! Волшебная мастерская. У папы тут столько всего интересного. Здесь творится настоящая магия. Папа, а давай мы поможем. Ну, раз дочки так просят, нужно найти им небольшое задание. Эти куклы давно ждут, чтобы их собрали. Приступайте, девочки. Кукольный конструктор – это не шутки. Тут нужно особое мастерство. Руку туда, ногу сюда. Вот и получилась кукла. Ура! Мы это сделали. Осталось только упаковать этих милашек. Любой ребенок обрадуется такому подарку. Только если это не кукольное чудовище от Лори. Это нечестно. Я весь год была хорошей девочкой. Рождество уже на пороге. Самое время печь сладости. Это семейная традиция Клаусов. Это произведение рождественского искусства. А вот у Лори более креативный подход. Что ты делаешь, сестренка? Оказывается, Клаусы не сильны в трендах. Придется их просветить. Смотрите, на печенье будет выбита фигурка. И мы должны аккуратно ее достать. Отличная идея, Лори. За работу, семья. У всех готово печенье? Тогда можно начинать соревнование. Поехали. Главное, не сломать фигурку. А что? Это интересно. Почему они раньше не делали такого печенья? И вкусно, и весело. Дом Санты – мечта любого грабителя. Клаусы прячут здесь несметные сокровища. Сколько подарков! Лори, только посмотри. Нас грабят. Скорее зовем папу. И Санта знает, как бороться с воришками. Нехорошо забирать подарки у детей. Ты наказан. И даже не надейся на подарок под елочкой. Девочки, помогите папе. Лишний лед нужно вынести из дома. Конечно, Санта! Не волнуйся, приятель, весной ты оттаешь. Рабочее место Санты как магнит для ребенка. Он самый главный волшебник на свете. Такой добрый и важный в своих очках. О-хо-хо, детишки готовы получить свои подарки. Но этому образу кое-чего не хватает. Красной куртки Санты. Вау! Вот теперь другое дело.
Ой, мамочки, я не заказывала бороду. Что теперь делать? Лори, сохраняй спокойствие. Подумаешь, борода, с кем не бывает. Сейчас я научу тебя за ней ухаживать. Вот и сбылась мечта Санты о сыне. Мистер Клаус, что это ты задумал? Лори не нужна борода. Нужно просто снять эту волшебную курточку. И готово. Мама, спасибо, я так испугалась. Мне же еще рано иметь бороду, правда? Пойдем, дочка, наше печенье уже готово. А Санта пусть занимается своей бородой. Семья, пора наряжать елку. И рождественская миссия достается Лори и Кристи. Пусть это будет самая красивая елка в мире. Лори, ты все делаешь не так. Давай перевесим эту игрушку на другую ветку. Ну уж нет, Кристи, будет по-моему. Тут разгорается серьезная рождественская ссора. Но Кристи знает, как обезвредить сестру. Упс. И сиди тихо. Лори, ты ничего не смыслишь в новогодних игрушках. Замечательно. Дочка, ты справилась. Молодец. Стоп, а где Лори? Бедняжка, давай мы тебя освободим. Кристи, с сестрами так не поступают. Папа, она ничего не смыслит в правильных елках. Отставить семейные ссоры. Девочки, у вас будет две елки. Наряжайте их как хотите. Теперь в доме Санты будет двойное Рождество и никаких детских ссор. Но мы кое о чем забыли. Именные игрушки для девочек. Кристи, смотри, какой шарик. Он будет напоминать тебе о сестре. А это тебе, Лори. Пусть этот шарик будет на самом почетном месте. Задача родителей выполнена. Главное, чтобы дети не ссорились. Санта скоро отправится разносить детям подарки. Интересно, а как он это делает? Наверное, на оленьей упряжке. Прямо по небу. Семья, поторопимся. Сегодня у нас много работы. Подарки сами не дойдут до елки. Метро, вы шутите. А где же оленья упряжка? Где магия и приключения? Но в современном мире все меньше волшебства. Метро едет гораздо быстрее оленей. Еще один ребенок скоро станет счастливее. Подарки уже на своем законном месте. И сюрпризов много не бывает. Чем больше подарков, тем лучше. Клаусы, опасность. Ребенок проснулся. Прячемся. Ура, маскировка удалась. Санта остался незамеченным. И почему дети просыпаются в самый неожиданный момент? Мы это сделали. Лори, только... А теперь уходим отсюда. И тут без волшебства не обойтись. Этот гардероб никуда не годится. Вся одежда уже вышла из строя. Такое не наденешь. Лори, что случилось? Извечная проблема. Нечего надеть. Да разве это проблема? За мной. Сейчас ты будешь красоткой. Вот они, любимые оттенки Клаусов. Красный и зеленый. Рождественский стиль никогда не выйдет из моды. А этот колпачок дополнит образ. Самое время для семейной кричалки. Семья Санты! Ура! Новое утро в любящей семье. Не время валяться в постели. Синхронная зарядка всегда поднимает настроение. А теперь чистим зубы. Готовы? 2 минуты, не меньше. Приятного аппетита, семья. Рождественское печенье. Просто объеденье. Семья, а чем сегодня займемся? Может, еще раз нарядим елку? Это занятие никогда не надоедает. Семья Санты! Понравилось наше видео? А тебе хотелось бы прийти в гости к семье Клаусов? Расскажи в комментариях, ставь лайк, подписывайся на наш канал и звони в колокольчик, чтобы не пропустить новые рождественские истории. И не только на канале Трум-Трум. Вау!